Привет, ребят. Ну вот, утро у меня. На работу собираюсь. Короче, я вся горю. Природа. Сейчас делаю. Детям пиццу быстренько сделаю. И на работу. Так, буду я делать в таком блюде. Так, сейчас газ включу. Сейчас включу газовую. Короче, пиццу я буду делать. Тортилья. Вот колбаска, сыр, соус. Соус я беру вот такой вот. Что я сейчас буду делать? Берем вот это блюдо. А, лепешки мексиканские. Это я беру. Здрасте. Ой. Кладу вот эту лепешечку сюда. Беру вот этот вот соус, намазываю сюда. У меня получается терочку, берем крупную терочку, все, что осталось. Дети любят, сейчас встанут, позавтракают. У нас сегодня опять целый день не будет. Я работаю с 10 до 8. А муж мой работает с 8 до 6. Поэтому у нас сегодня целый день не будет. Не знаю, может, у меня муж приедет еще на обед. Как у него там получится. Все, вот так вот колбаску распределяю. Нам всем нравится. Дешево и сердито получается. И очень вкусно. Очень вкусно. Колбасочку сделала. Не знаю, как я сегодня буду работать. У меня все горит. Я вроде вчера помазалась и кремами, и все. Господи. Все равно все горит.
сыра побольше. Ну все, ребят, вот так вот у меня все получилось. У меня в духовке. Все. Так, пошла я гладить. На работу мне надо. У меня там уже утюг стоит. Ой, господи. Куда мне вас поставить-то? Куда бы мне вас поставить? Ой. Видно все? Так, не знаю, короче. Мне надо вот штанишки погладить. Делаю это все быстро. Я не знаю, карантин. Я нигде не могу найти черные нормальные штаны, легкие, чтобы не надо было. Магазины, половина магазинов закрыта. Ну, короче, пока все, что есть, буду в этом ходить. Потому что на работе у нас очень жарко. В таких, потом уже купим что-нибудь. Так, все, я их сложила. Платье, платье, платье. Где, ну вот такое вот платьишко, сейчас я вам покажу. Вот такое вот платьишко, надо его погладить. Thank you.
Ой, Господи, все бегом, 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 бегом. Платьишки. Платьишко простое и легенькое. Вообще класс. Так. Все это дело выключаем. Посмотрите, что у меня творится. Посмотрите, что у меня творится. Это вообще... До сих пор не могу никак разделать белье, потому что все время некогда, все время некогда. Так, пицца. Опа, готово. Готова пицца. Еще одну сделаю. Все, на работу не буду. Надо еще взять. Горячая. Короче, делаем все то же самое. На крупной терочке колбаску. Солнце печет вообще. Я прям вот уже стою на кухне, и солнце печет. Я еще на сгоревшую кожу. Да. Я вообще... Как я сегодня буду работать? Не знаю. Мало колбаски. Ну ладно. Понимаю. Побольше сыра сделаю. Нормально. Ай.
Так, Анна Александровна, соберитесь, соберитесь. Сыр мы трем на мелкой терке. Господи, надо терку купить. А то этой терки у нас уже 100 лет в обед. Так, весь сделаю сыр. Вкуснее будет. Дети спят, так хорошо у них, все славненько. Никуда торопиться не надо. Ни в какую школу. Ни на работу. Ой, господи, горячий еще. Все. Я, мои дорогие, сейчас буду собираться, сейчас быстренько соберусь и вернусь к вам. Ну все, ребят, я собралась, оделась. Блин, платье не очень пригладилось. Ну ладно, ничего страшного. Ну все, ребят, давайте. Побежала я на работу. Дети у меня еще спят, а я побежала. Ребята, иду на работу. Смотрите, как у нас тут. Здорово. На работу. Солнце прямо в спину мне шпарит, господи. Жарень такая. Прям с утра жарко. Работу я пошла. Птички. Смотрите, как здорово. Птички поют. Классно, в тенечке. У нас вообще город хороший, чистенький. Ну все, давайте пока-пока. А то я стесняюсь при народе снимать. Пока стесняюсь. Короче, ребят, иду я домой. Вон что я купила. Карниз купила и шторку купила. Шторку для ванны купила. Буду для детей делать шторки в комнате. Иду домой. Вон же набрала. Всякой фигни опять взяла. А, ну приду домой, покажу вам. Я взяла. Домой уже подхожу к дому. Ребят, ну все, я дома. Пью чай, ем торт. Кстати, насчет карниза. Вот. Я купила вот такой вот карниз в ванную. Здесь буду делать шторки на окно. И купила вот такие вот шторы. Фикс прайсе. Вот, но мне их придется обрезать. Вот такой вот карниз. Ну, когда сделаю, вам все покажу.
Все, давайте, пока-пока.